Здравствуйте, с вами Татьяна. Сегодня я хочу записать еще один видео, так как у нас завтра, 2 числа, как мы планировали, мы стартуем, и эту информацию очень важно знать. Почему? Потому что у людей сейчас появятся деньги на внутреннем кошельке и начнется неразбериха. Это очень важное видео. Я попрошу всех, у кого команды, всех, кто работает с людьми, передавайте это по структуре, передавайте это каждому, потому что, чтобы потом не обижались на вас, что вы не дали вам эту информацию. Значит так, у нас существует два кошелька. Один кошелек для выплат, это то, откуда вы получаете денежку к вам на Pair на сегодняшний день. Второй кошелек, это внутренний, там будет накапливаться монетка. Это ваш банк, это ваша накопительная система, копилочка. Я попрошу вас, если вы видите у себя деньги и хотите купить еще один клон, не делайте этого. По одному месту в каждой программе, пусть в первых трех программах, поверьте мне, это будет намного выгоднее вам, намного выгоднее вашим людям, и вы ничего не потеряете. Система построена так, что ваши вторые места будут улетать куда-нибудь в другое место, вы их даже не увидите, под вами они не станут. Это во-первых. Во-вторых, накопительная система работает так, что если вы сейчас накопите немножечко денежки, вы сможете без вклада перейти в следующую программу и так далее. То есть лучше иметь по одному месту в каждой программе. Поверьте мне, я это знаю, я писала этот маркетинг. Прошу вас не воспринимать эту программу как обычную матрицу. Она отлична. Она похожа на матрицу, да. Она работает по этой схеме, да, но здесь нету юбки вниз. И те, кто вникнут в это, те поймут, что действительно юбка заканчивается на вот этой второй линии у каждого. То есть здесь нету первых последних, если вы перешли в следующий, если у вас следующий клон, если вам программа закупила следующее место, у вас первая программка закрылась, то ваши личники, неважно, когда они вошли, они попадают на первую и вторую линию. Воспринимайте эту программу как партнерский фандрайзинг. Она создана для того, чтобы партнеры, которые умеют приглашать, которые приглашают, которые создают работу, получали доход, то есть жирный доход, жирную партнерскую программу. И еще одно очень важно. Это не единственная программа, не просто матричный проект. Это старт. Это старт от большого проекта. Не забывайте это, пожалуйста. Пожалуйста, поставьте каждый для себя цель далеко-далеко, что нужны люди будут для того, чтобы вы построили пассивный доход. А мы к этому идем, я к этому иду, я этого хочу. Да? То есть у меня программы последующие такие, что ваше количество рефералов, неважно, рабочие они сейчас, нерабочие, умеют они приглашать, не умеют они приглашать. Каждый, мы постараемся для каждого найти ту сферу, где он силен, ту сферу, где он сможет заработать какую-то копеечку себе. Те, кто умеет приглашать, понятно, что они будут в большем плюсе, в шоколаде, так сказать, да, но они вкалывают как сумасшедшие, это я сейчас вижу. Я сейчас вижу лидеров, которые зашли, я на них не рассчитывала на данном этапе. Я увидела, сколько, допустим, первый лидер зашел, сколько начала приглашать людей. Я была в шоке, я поняла, что закончилась расслабуха, так сказать, как мой знакомый говорит. Надо включаться в работу. Далее, что у нас еще? У нас еще есть ошибки при регистрациях. Я очень прошу, передавайте своим людям, если даете реферальную ссылочку, подпишите где-то внизу, следите за именем спонсора. То есть имя высвечивается, никого в системе никуда переставлять никто не будет. Это уже база, там никто копаться не будет, никто не будет ничего делать. Особенно если люди оплаченные, если они уже начали приглашать, как стоите уже, так и будет. И про клоны я очень прошу.
склоны, пожалуйста, не закупайте кучу мест в одной программе. Не закупайте, это будет очень большой ошибкой. Теперь я еще хотела рассказать, у нас есть стратегии, у нас есть одна стратегия работы с одним партнером. Не все это понимают. Почему? Потому что мы действительно немножко другая программа, непривычная для матричного маркетинга, непривычная для тех, кто знает переходы из одной в другую, кто размазывает деньги просто по программе, не имея ничего взамен. У нас здесь построено так, чтобы вы за свою работу зарабатывали деньги. Итак, наша стратегия называется «Стратегия заработка с одним активным партнером». Здесь действительно достаточно одного активного партнера, чтобы не только вернуть свои средства, а заработать и очень хорошо заработать. И если у вас есть результат, вам уже не стыдно пригласить кого-то, показать кабинет, открыть в беседе окно, открыть свой экран и работать уже с тем материалом, который у вас есть. Итак, вы пригласили одного активного партнера, который принес вам в первой программе 50 рублей. И вы это знаете, как только он под вами встал в программу, вы его видите в программе у себя, вы получаете 50 рублей. Этот партнер начинает работать. Соответственно, он приглашает 3 человека под себя, которых вы тоже видите, и каждый из них вам приносит в первой программе 185. В общей сложности вы получили от нижней линии уже 555. Плюс 50 – это 605 рублей уже у вас. Они разделяются на 2 кошелька, но, тем не менее, вложив всего 250, вы вынимаете намного-намного больше. Далее, что происходит далее? Этот партнер закрыл свою программку, он вниз пригласил еще 9 человек, и он от вас никуда не девается. Программа автоматически закупает ему второе место у вас, где у вас есть свободное место. И начинается то же самое. То есть вся схема опять повторяется. С этого партнера вы опять имеете 50 рублей, с его людей вы опять имеете по 185, и как только он и эту программку свою закрывает, система автоматически опять закупает ему место, где у вас пусто на третьем месте. То есть это как раз то, что у нас работает и чем мы отличаемся от других программ. Вам достаточно одного активного партнера. Он от вас никуда не девается, он с вами работает. Вы с ним работаете, он с вами. У нас будут проводиться обучения, у нас будет проводиться не только поговорим и разбежимся, у нас будут даваться материалы, которые вы, пожалуйста, внедрите в работу. И еще опять повторюсь, не воспринимайте это как простой матричный проект. Я знаю, что все привыкли приходить в один проект, побежали в другой проект, поработали там, поработали там, поработали там. Это партнерская программа. Это программа для того, чтобы вы создали себе хорошую, стабильную партнерскую систему. И все, что вы получаете с этих программок, матриц, как их называют, столы, кто как, но это чистая партнерка. То есть, если вы возьмете калькулятор и посмотрите, то все деньги действительно идут вам. Остается на внутреннем кошельке только для накопления, чтобы вы могли перейти в следующую партнерскую программку. Но действительно, это чистая партнерка почти. Изначально было задумано как партнерская программа, потом немножко переделано в виде вот этих малюсеньких матричек. Могу вам пообещать, что те, кто построит сейчас себе действительно людей, кто заработает уже сейчас, кто будет показывать и рассказывать, что через год с нами
когда мы будем подключать следующие модули. А2 уже прикручено на сайт, уже сегодня, сейчас я получила от программистов информацию, что второй модуль тоже уже прикручен, сейчас будет тестирование. Что вы, те, кто сейчас строит команду, перейдете, дойдете до пассива, до чистого пассива. То есть это не единственная программа и это не цель. Это только начало. С вами была Татьяна. Всего хорошего. Спасибо.